целью выявления юных талантов среди детей Солигорский дворец культуры во второй раз провел районный смотр-конкурс «Зорочки Солигорщины». Творческие коллективы учреждения образования со всего района смогли проявить себя, показать талант и потенциал. То есть мы ищем талантливых детей для того, чтобы их в дальнейшем отправлять на конкурсы областные, республиканские, чтобы наших детей Солигорского района талантливых замечали и в республике, они были видны в этом конкурсе. Участников у нас всего было 40. Соответственно, ну практически можно сказать, что все получили дипломы какой-то степени. Поэтому, то есть, ребята отмечены. И вы знаете, хочу сказать, что на данный момент это были в основном учреждения образования Солигорского района. То хочу сказать, высокий уровень, что дети стараются, дети хотят, и это очень важно. Поэтому мы стараемся и надеюсь, что этот конкурс будет у нас традиционным, ежегодным, постоянно. Жюри предстоял нелегкий выбор, ведь все номера были по-своему хороши. Пронзительное стихотворение, душевная песня или яркий народный танец – все заслуживали внимания. Например, коллектив 11-й школы «Купаленко» настолько основательно подготовился к конкурсу, что почти в каждой возрастной категории танцевальной номинации призовое место было за ними. Всегда танцевали, всегда вылаживались, но это уже как-то привычно, в норму вошло, но все время всегда какое-то волнение перед танцем все равно есть. Мотивирование есть, сейчас будем придумывать что-то новое, все равно будем стремиться к чему-нибудь.